Всем привет! И вы на канале Rabian Pets. Сегодня, как вы видите, мы будем... То есть, я буду показывать, какие покупки я сделал в зоомагазине. Так что, давайте приступим. И начнем мы с опилок, которые вы уже давно заметили. Vitaline, да... Две штучки. Ну, в принципе, да. Так, идем дальше. А дальше у нас корм Padawan. Крикети Grand Mix. Две пачки. Так как у меня почти закончился корм. Вот. Чтобы подтвердить свои слова. Я купил это, так сказать, на запас. Так, пойдем дальше. Дальше вот такой вот кальций. Камешек. Да, ребят. Нарисована птица. Попугайчики. И это от фирмы Vitacraft. Vitafit. Так вот, это у меня не для птиц. Если кто хочет спросить. Это для улиток. Так как им тоже нужен кальций. Так. И сейчас последнее. И последнее, что я хотел бы вам показать. Это. Да. Как всегда и обычно. Туннель. Вкусный туннель. И, ребят, как вы могли понять, этим роликом я хотел показать, что я уже вернул эту рубрику покупки из зоомагазина, поэтому, да. Если вам понравилось видео, и вам хочется посмотреть еще на предыдущие видео с покупками, то ссылку на плейлист... Я оставлю в описании. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Пишите комментарии. А с вами был канал Rabian Pets. Всем удачи и всем пока. Пока-пока.